Звыклый официальный деловой стиль навученцы 10 класса Новогодской средней школы изменили на зеленые береты, камуфляжное обмундирование. В учебном раскладе по соседству с математикой и физикой у их особливый предмет – пограничная справа. 18 человек, которые прошли отбор по психологичных и физичных якостях, стали пешими в Гомельской области навученцами военно-патриотичного класса пограничной накированности. Они живут непосредственно возле государственной границы. Здесь рядышком пункт пропуска, пограничная застава. Все это они видят, часто бывают на экскурсиях. И в дальнейшем мы надеемся, что эти дети пойдут учиться в наш институт пограничной службы. Естественно, что мы пополним свой кадровый потенциал. В учебной программе тактика пограничной службы, инженерная справа, идеологичная и специальная подрыхтовка. С практичных занятков сборка-разборка автомата и стрельба с пневматичной винтовки. У перспективе у новогодской школе будет подрыхтовано помешкание для тира. Выдатки на форму, оформление навучальных помешканий, их наполнение методичными материалами взял на себе Держпогранкомитет. В этом классе очень нравится учиться, так как мы разные строевые подготовки отрабатываем, выезжаем на полигоны, ездим в Глыбоцкое на заставу 12-24. Также нам рассказывают, много показывают интересного. В дальнейшем хочу связать свою судьбу именно с погранзаставой. Хотелось бы идти работать на пограничника, так как дядя работал и много всего рассказывал интересное про границу. Хочется связаться там дальше с границей, идти работать на контракт. А кроме стандартных выпускных экзаменов, этих школьников чекает контрольный срыв по пограничной справе. Уже сегодня большинство их планируют носить зеленые береты и после закончения школы. Тем больше, что при поступлении в институт пограничной службы яны будут иметь переваги перед иншими абитуриентами. У целом же кадровой проблемы у этой сферы на сегодня нема. А вось актуальной во все часы застается необходимость повышения профессионализму. И таких класс даст махчимость починать рыхтовать специалистов уже со школьной парты. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».